1 200 000 декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции произвели в Башкортостане в первом квартале года. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Росалкоголь-табакоконтроля. В России динамика оказалась ниже более чем в два раза. За первый квартал 2024 года в стране произвели 44,5 миллиона дал алкоголя, что на 15,5% больше. Что касается розничной продажи, в Башкортостане она увеличилась не так значительно, на 5%, до 1 280 тысяч декалитров. В целом по России показатель роста продаж сопоставимый. В первом квартале прошлого года продали 53 миллиона дал, а в январе-марте этого года 56. Добавлю, показатели производства алкоголя в республике растут с начала года. За первые два месяца динамика составила 44%. Крупнейший производитель алкоголя в республике «Башспирт» ранее отчитался о росте прибыли в прошлом году в 8 раз до 250 миллионов рублей. Предприятие впервые произвело более 5 миллионов декалитров, увеличив выпуск на 14% в сравнении с 2022 годом.